بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما توفيقي إلا بالله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Дорогие братья, начало всегда трудно, иншаллах, у нас главное, чтобы это маджлис охватило баракатом Всевышнего Аллаха. Поскольку это у нас маджлисун альми, что из себя представляет маджлисун альми, мы должны знать этот альму, то, что мы будем говорить, о чем мы будем на этих маджлисах, иншаллах, говорить. Это фарзул айн. Это даже не фарзул кифайт, это фарзул айн каждого. Почему? Потому что каждый человек, каждый мусульманин, он, если не сегодня, то завтра сталкивается с этими именно проблемами купли-продажи. И еще, что входит в этот баб, что входит в этот раздел, раздел муамала, это очень многое, иншаллах. Если Аллах даст тауфик, мы потихоньку вот так дарсам бада дарсим, урок за уроком вот так, иншаллах, проходим с элементарных вещей и будем начинать. Этот маджлисун альми, то есть вот такой сбор, где мы приобретаем знания исламские, наверное, из уст алимов, из уст имаму мечети, немало вы слышите тоже. Очень часто слышите, наверное, аят Корана Всевышнего, от Всевышнего Аллаха. Бисмиллахи рахмани рахим. Хал ястави ллазина яаламун, вал ллазина ла яаламун. Это Юрий Аллах, Всевышний Аллах в своем Коране говорит. Но равны ли те, которые знают, и те, которые не знают? Естественно, знающие и не знающие, они не равны. Мы сюда ходим, в основном, сегодня мы начинаем. Мы, конечно, и надеемся на Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах нам дал тауфик, чтобы идти сюда такими шагами, с ихласом, полным ихласом, чтобы чисто ради Аллаха, чтобы чисто для того, чтобы получить, что нас Аллах обязывает узнать. Пророк, алейхиссалам, сказал, связанное с этим ильмом, такие слова интересные. «Ида ата алайя яумун, ла аздаду фихи ильман, юкарибуни илля Аллахи азза ва джалла, фала бурика ли фи хаза льяум». Когда приходит мне такой день, в котором я не добавляюсь чем-то, каким-то знанием, которого меня приближает ко Всевышнему Аллаху, в этот день я считаю, говорит, восход этого солнца для меня безбаракатное. Такой один день, если мне придет, в котором я не добавляюсь каким-нибудь, хотя бы одно что-нибудь, если сверху я не буду знать. Поэтому хотя бы одно что-то мы, наверное, будем собирать здесь, знать. И вот еще связанное с такими маджлисами, хотелось бы сказать, что Абу Дарда сказал, ради Аллаху ан, все то, что сказано о фазилату аль-ильма, конечно, мы не успеем сегодня рассказать, но что несколько слов об этом сегодня необходимо сказать, чтобы мы были аля басиратин в начале, и потом, иншаллах, мы продолжаем именно касающимся вопросами этого муамалата и будем надеяться на Аллаха. Что Абу Дарда говорит? «Лаан атааллама мас'алатан ахаббу илайя мин киям иллайль». Представьте себе, узнать мне было бы лучше одна мас'ала, чем всю ночь, целую ночь простоять в поклонении Всевышнего Аллаха. Еще что сказал то же самое Абу Дарда из его слов. Ну, то же самое. «Кун алиман, ау мутаалиман, ау мустамиан, валя такун иррабиа». Фатахлика, ты будь или алимом,
Или ты должен быть знающим чего-то. Если ты этого не знаешь, то ты должен быть таким, что ищешь знания в этом направлении. Или же ты должен быть мустамиан, слушающих. Муаллима и мутааллима. Еще что говорит тот же самый Абу Дарда. Слушайте, «Ман раа анна лгудуба иля талаб аль-илми, лайса би джихадин, факад ахта фи, или факад накаса фи раихи ва аклихи». Тот, кто не видит то, что он, когда идет где-то в поиске ильма, сегодня, например, вот в этот ночь или в другую ночь, когда где-то какой-то урок, где-то у вас есть возможность слушать, взять какие-то знания, когда идет на этот урок, если этот человек думает, что это не джихад, тогда этот человек должен быть, говорит, немного у него разума не хватает. Он ошибается в своем убеждении. Это и приравнивается. Талабуль-ильми – это естественно. И есть джихад, но из джихада самые лучшие говорят талабуль-ильми. Это не простые люди говорят, это алими говорят, великие имамы говорят такие слова. Поэтому мы, конечно, будем всегда надеяться на Аллаха, чтобы нас сделал из таких людей, которые мы чисто с ихласом ради Аллаха находимся в поисках ильма, умереть талибан лил ильма, ищущим ильма, умереть человеку нету лучше этого что-то другое. Ну, это все связано с нашим маджлисом. Иншаллах, мы будем стараться знать и запоминать то, что мы будем слышать из наших уроков. И также, чтобы и другим передавать то, что мы понимаем, но только если, конечно, мы будем уверены в том, что мы передаем. Обязательно нужно быть уверенным, ошибиться очень трудно. Вот мне, например, сегодня стать перед вами и как-то повернуться к вам, кто-то и называет меня алимом, это, конечно, слишком большое преувеличение, но поскольку у нас нету алимов, мы в недостатке, очень в недостатке с алимами в наших республиках, в наших краях. Поэтому от каких, таких, как мы, нас называют как бы алимами. Ну, среди алимов, конечно, мы будем такими, оно и есть, и останемся, наверное, у нас, поскольку не были такие, как вот на сегодняшний день, возможно, если у студентов, у мутаалима, у них есть перспективы, у них, иншаллах, мы надеемся, что выйдут хорошие, у нас тоже алимы будут в Дагестане. Но на сегодняшний день приходится вот как, таким, как мы, вот стать и как-то преподавать такие общие уроки еще. И, конечно, боимся и волнуемся перед Аллахом. Почему нужно волноваться, стоять и вот так вот, когда чему-то учим людей. Слова пророка, алейхиссалам, же не забываем. «Альджаукум илял футья, альджаукум илян нар». Зная эти слова, тот, кто из вас спешит, отвечать на исламские вопросы, на шариатские вопросы, этот человек спешит в ад. Непростые слова. Поэтому, наверное, и сподвижники, ради Аллаху анхум, когда им задавали какие-то шариатские вопросы, они передавали как самому из в маджлисе, самому подходящему этому вопросу. Кто думает, задает вопрос, он передает следующему, он лучше ответит на этот вопрос, чем я, и дальше идет, вот так вот проходит через маджлис, обратно возвращается к нему же, и приходится ему ответить на этот вопрос. Никто не хотят ответить. А на сегодняшний день мы, то, что видим, мы иногда становимся свидетелями, когда имаму или алима кто-то спрашивает какой-то действительно такой важный шариатский вопрос, здесь уже отвечать бывает очень, многие там спешат отвечать, даже если даже он не имеет никакого представления в этом вопросе. Это очень опасно, поэтому иншаллах, мы надеемся, что Аллах нам даст, конечно, тауфик. Находясь здесь, выбирая эту тему, как имам мечети Амрасаб предложил посвятить какое-то время свое
для этого. Но это нам необходимо, иншаллах, в дальнейшем у нас и будут. Мы должны научиться взять уроки от наших братьев, мусульман, из, скажем, откуда до нас ислам пришел, из Шама, например, скажем, из Египта, из арабских стран, что у них проходит. Нету, можно сказать, такой более широкой, просторной мечети, в котором не проходят вот такие уроки. Это просто баракат. Просто находиться там, в их местах, из-за, чисто из-за этого, если там тоже хватает отрицательные стороны очень много, но главное вот, получать ильму, когда есть у нас возможность пойти любого свободные уроки в мечетях, когда проходят, это просто слезы можно не удержать. До той степени это баракатное дело. Иншаллах, у нас будут алимы в дальнейшем. Мы будем надеяться, конечно, у нас на сегодняшний день Аллах нам открыл все, дал возможность обучать других и в институтах, и в университетах исламских. Когда это было недавно, это, хотя молодые люди, если даже не знают, вот чуть постарше возрастом знают, это как было научиться чтению Корана хотя бы. Этого даже не было у нас дозволенным. Теперь остается за нами что? Благодарить Всевышнего Аллаха. Делать должный шукру, хотя бы из тех, кто делает шукру, чтобы нам Аллах вот этого долго сохранил, этот ниамат. Это тоже у нас будет не там, иншаллах, вот начиная этот маджлис. Выбирая эту тему, почему именно выбрал не сегодня, не вчера, думал об этом, того, что немало нагрузки, немало других уроков и других работ. Вот так вот, танфис, это, наверное, надо признаться, что это дело шайтанское. Танфис, то есть откладывал. Всегда откладывал, но было на душе этот Хасаурт у нас город, можно сказать, стал таким центром. Целый, можно сказать, такой небольшой городом, город можно уже назвать базаром. Столько торговли у нас, столько вопросов, столько проблем, связанных с этим делом. Поэтому необходимо было начинать хотя бы вот, когда мы, ну, у нас считают алимами, к нам иногда, когда приходят, разрешат какие-то проблемы и какие-то споры, мы видим, что очень много людей наших, которые связаны с этим делом, они не знают просто элементарных вещей, поэтому и начинают всегда не так. И именно то, что способствует тому, что для нас было очень трудно выходить из положения. Поэтому было всегда, да, в плане было, и думал об этом, что соберу как-нибудь, иншалла. Если кто-то не соберет, лучше меня, если не соберет, тогда приходится, хотя рядом живу, наверное, будет перед Аллахом тоже большая ответственность. То, что мы знаем, хотя бы если не передавать. Этот здесь, не надо сказать, что все те, которые связаны с этим делом, торговлей, а не только этим это необходимо, а это необходимо любому простому мусульманину. Потому что ни один мусульманин не бывает, чтобы он где-то, чтобы не столкнулся этими делами. Делами купли-продажи, там еще арендовать что-то, или же там оставить что-то в залог. Или заниматься какими-то делами мурабахат, или же мудараба, там кират, что называется. Очень много будут, иншаллах, нам, если Аллах даст тауфик. Вот так потихоньку мы будем продолжать с самых легких, элементарных вещей, начиная. Ваш адрес тоже хотел сказать, что если большинство здесь, те, которые занимаются торговлей, выбрали неплохую профессию. У пророка, алейхиссалам, спросили «Айюль Каспи Атьяб?» Спросили прямой такой, таким вопросом, самая лучшая заработка, какая заработка, спрашивает у пророка, алейхиссалам, он говорит «Амалу раджуль биядихи, ва куллу байин мабрур».
то, что делает человек своими руками, и туда входят также, скажем, плотнические работы, ну, рукодельные работы, всякие работы входят. И после этого уже продолжает и говорит, что «вакуллу байин мабрурин» и всякая купля-продажа, хорошая купля-продажа, конечно. Он просто не говорит, а мабрур говорит. А почему говорит мабрур? Потому что в торгов... занимаясь этим делом, занимаясь торговлей, человек может попасть в самое худшее место, и может он попасть и в самое лучшее, самое высокое место тоже себе, занимаясь именно торговлей. Почему? Потому что пророку, алейхиссалату вассалам, сказал, «Я маашар туджар», говорит он, «Я маашар туджар», о, группа торгашей, да, о, те, которые занимаются торговлей, и все подняли голову и как-то обратили на него внимание, и говорит, «Ат-туджар хумуль фуджар», «Ат-туджар хумуль фуджар», торговли, те, которые занимаются торговлей, они и есть, говорят, люди, которые заблудшие, грешники. «Илля ман иттака Аллаха ва барра ва садака», говорит. Ну, сначала так говорит, и говорит, кроме тех людей, которые как нужно, как полагается, занимаются торговлей и правду говорят, и боится Всевышнего Аллаха. Если будет любой человек, который находится на базаре или в магазине, будет бояться Всевышнего Аллаха, и будет он как нужно, как полагается вести эту работу, и будет говорить всегда правду, этот человек не попадает среди тех, кто пророк Аллах Саул называет пуджарами. Еще пророк Аллах сказал именно, адресуя на туджаров, туджар, он должен дойти, он может дойти, говорит, до уровня сиддиқинов. Он может заниматься этим делом и завтра в судный день стать вместе с амбияами, вместе с шухадаами, с сиддиқинами. Это тоже, вот почему говорю, все те, которые занимаются торговлей, они могут оказаться на самом низком уровне, на самом таком плачевном состоянии в судный день, и он может себе приобретать вот именно вот такое достойное место, когда он будет там в судный день, иншаллах, среди пророков, среди сиддиқинов и среди шухадаев. Мы, естественно, будем просить Аллаха, иншаллах, все мы с вами, заключая какой-то договор купли-продажи, занимаясь чем-то из этих дел, связанных с торговлей, Аллах, чтобы нам дал тауфик, устоять и твердо вот так вот за этими проповедями. Бояться всегда Аллаха, не говорить неправду и всегда не обмануть клиента своего. Ну, тогда он и будет, иншаллах, на таком месте высоком. Говоря о муамалате, я же вам сказал, очень этот баб, этот раздел, широкий баб, широкий раздел. В этом разделе муамалате очень о многом говорится, о многих разных таких сделок говорится. Но только самое большее, что бывает распространенное, каждый, кто ежедневно почти сталкивается с чем, это купля-продажа, поэтому и мы начинаем с купли-продажи. Это и есть байя, что называется, купля-продажа. Это состоит из шести основных столпов. Вот давайте будем слушать внимательно и каждое слово запоминать, то, что мы будем говорить. Байя, то есть купля-продажа. Будь продавец в магазине, или же хозяин этого магазина, будь продавец на базаре, будь он в своем доме продает что-то кому-то. Разницы здесь нету. Каждый должен знать, когда он приступает к этому делу, он должен знать вот то, что мы будем говорить. Если не будет знать, если не так начнет, там уже
Что из этого будет тоже вот, последствия это какое? Последствия такое вот. Ат-талабусу биль-укуд аль-фасида. Аль-укуд аль-фасида это сплошное. У нас то, что сейчас сегодня мы сталкиваемся, вот эти сделки, можно сказать, каждая вторая сделка у нас недействительная по шариату. Но если недействительная сделка, тогда что следует за этим? Когда мы заключаем договора купли-продажи или заключаем или другие договора, другие какие-то сделки, это все, когда у нас проходит недействительно, не соответствующим образом шариату, тогда последствия это, естественно, мы кушаем иногда чужое даже. Чужое когда? Наше счастье, что алими считает, как в одной книге пишет, «Ал-Асаху фей фасиду л-укуди мудийюха аласиха» – это относительно, что более достоверное слово из разногласий, которое было между алимами, что вот эти сделки, которые проходят недействительно по шариату, да, они считают, они, что они проходят так. В ахирате, там, в судный день, их допрашивать за это не будут. Наказывать тоже за это не будут. Если, конечно, не будет там следовать этой сделке, такие сделки какими-то спорами, и не будут отвечать нормам шариата, как то, что от них требует. Вот тогда, получается, каждый, кто совершил такую сделку, и если он будет думать, что он прав здесь, если даже он не прав, каждый хочет, когда спорный вопрос возникает перед имамом, каждый хочет, чтобы быть на стороне правды, чтобы его проблема решалась, как ему нужно. Поэтому он очень часто бывает, когда он не слушается этим самым, что таких тоже немало, они, получается, что приносят к себе домой, они кормят своих детей чем? Недозволенным. Одевают своих детей, жен, недозволенными. А то, что мясо, которое растет, сказал пророк, алейхиссалату вассалам, таким нечистым, это больше подходит аду, говорит, горит в аду. И что бывает, когда мы кушаем не свое, когда мы обеспечиваем свою семью и детей недозволенными, тогда и получается, кушаем харам, общество, когда кушает харам, тогда и Аллах не отвечает нашим дуа. Иногда бывает этого тоже последствия, что Аллах удерживает дождь, засухи и всякие ненужные такие бедствия. Откуда они и бывают? Вот и чисто из-за этого тоже нужно... Вот почему я это говорю? Не надо, конечно, вот если, ну что там, если там не получилось действительно по шариату, главное, если обе они согласны, обе, если довольны. Тот, кто продает, и тот, кто покупает. Конечно, они будут всегда довольны, и вместе с этим даже могут попасть. Они очень просто, очень легко даже попасть в такую кашу, даже кашу рыба, что Аллах Всевышний в Коране, о котором говорит таким образом, угрожая нас. В рыба очень просто попасть, когда человек не знает, как нужно торговаться. Мы, иншаллах, в своем продолжении, где будем проходить этот раздел рыба, там расскажем, как это бывает, как легко, почему? Как легко попадает рыба. Сказали мы, с чего начали, бай, купля-продажа, это состоит из шести столпов. То есть здесь должен быть продавец, покупатель, два. Там то, что должен сказать продавец, когда продает, то, что должен отвечать покупатель, два сыра, слова, которые должны они произносить, и то, что продается, и то, за что покупается даже. Предмет продаваемый и за что это продавается, это саман и мусман. Эти все столпы необходимы. Нам нужно знать. Говоря о каждом из этих арканов, очень много о чем здесь нужно говорить и на что
на себя пробудит. Примерно вот начнем с этого первого рукна. Например, продавец и покупатель. Чтобы купля-продажа была действительным, необходимо, чтобы продавец и покупатель, они были совершеннолетними, и чтобы были они разумными. Разумными как? Ну, это, естественно, все разумные, но Маджнун, кого мы называем, и Мухма Алайхи, кто в бессознании. Иногда бывает же, что как-то не в своем уме, когда человек бывает и скажет, например, я тебе дом продал свой. Тот скажет, хабильту, и этим, конечно, не получается договор купли-продажи. Ну, нельзя исключать. И мы, конечно, будем стараться, здесь очень таких тонких вещей, связанные даже, если скажем, что связанные с рабами. А обо всем то, что пишется в книгах, если мы будем говорить, конечно, мы можем надоедать вам. Поэтому некоторые вещи, то, что мы будем говорить, здесь какая-то важность, если не будет, не будем коснуть вопрос этим делам. Скажем, например, вот почему говорю, но дурной человек или же наркозный человек, он что, торговлей занимается, что ли, можно подумать? Так нельзя подумать. Вы следите за каждым словом. Почему? Лежит человек под наркозом и говорит там тому, кто сидит рядом. Всякое же говорит, кто, я тебе продал свой дом за 1000 рублей. А тот говорит, кабель, я принял, и как будто этим получается. Если получается, уходит же из его рук его дом. Это недействительное. Нужно быть продавец и покупатель в своем уме, в разуме они должны быть. И быть должны они совершеннолетними. А бывают у нас случаи, когда или на базаре, или в магазинах, когда торгуют дети несовершеннолетние. Совершеннолетний кто у нас? Исламы. Совершеннолетний у нас 15 лет. Самый позже, когда он становится совершеннолетним, это 15 лет с этим по лунному календарю. Раньше тоже может стать балигом. И мы знаем, у алима можно спросить раньше, как можно стать молодой парень, вот, лет 13, лет 14 совершеннолетним. Тогда несовершеннолетний мальчик, когда что-то продает, он же может продать то, что он получил в наследство себе. Ну, опять нельзя думать так, ну, дети, что торговлей занимаются, они такие большие вещи продают, что ли, и не бывает же в таких делах, но иногда и бывает. Если, например, представьте себе, если чей-то сын без отца остался, отец оставляет ему в наследство, скажем, там, хоромы, большие сады, он идет и продает это. А тот себе приобретает сад этого мальчика, и вот он мне продал, я стал хозяином этого. Это бай, это купли-продажи же, это такое дело в шариате, в исламе. Любая вещь, любой предмет, он должен быть чей-то, чей-то должен быть. Скажем, например, книга, это должна быть чья-то. И вот хозяин должен быть, дом, хозяин у него должен быть. Любой возьмите предмет, у этого предмета должен быть хозяин. Мулк, собственность, чья-то собственность это должно быть. За исключением, надо сказать, скажем, вот, мечеть. Это не чайни. Почему? Потому что это мулков. Вакф, то, что делается, это уже из мулка людей переходит в мулк собственность Всевышнего Аллаха. Так-то все мулк Всевышнего Аллаха. А в таком понятии, вот, то, что любой человек делает, что-то вакф, это уходит из собственности людей, переходит в собственность Всевышнего Аллаха до конца света. И никогда это не будет чей-то. Вот эту книгу, если моя, если это книга, я пишу здесь вакфу, это для мута'алимов. Ушла эта книга уже. До самого судного дня, до конца света этой книги хозяин человек не будет. А так другое, любой предмет, для предмета должен быть хозяин. Вот этот теперь собственность. Мы нуждаемся, общество всегда нуждается. Почему вот этот купля-продажа, это муамала, это минадарурият считается, то есть из
в самых необходимых вещей. Почему считается? Потому что мы не обходимся без этого. Мы, например, если сегодня я с голоду могу помереть, если этого у нас в шариате не было. Если бы в Коране Аллах Всевышний не сказал бы «Ва ахалля Аллаху аль-байя», если бы в Коране Аллах не сказал бы, Аллах дозволил, Аллах разрешил купли-продажи для людей. Если этого не было, если это было бы для нас недозволенным, тогда мы бы, например, сегодня у меня нету зерна, у меня нету хлеба, если какие-то пути, если не были бы, и не будет человека, которого мне хлеб дарит, или же делает надр, или делает вакфу, это пути, через которого переходит что-то к другому собственнику, тогда очень много людей в обществе могли бы умереть. Поэтому то, что является собственностью кого-то, это переходит другому человеку, собственностью другого человека. Есть для этого определенные пути. То, что самое распространенное, это купля-продажа. Этой куплей и продажей переходит собственность, есть какая бы она громадная ни была. Если даже пол этого света чей-то он продает, это переходит в собственность другого человека, в покупателя. Переходит, просто становится, был этот предмет моим, стал покупатель, предметом покупателя. Вот как это становится его, как этот мулк переходит к следующему, ко второму. Вот именно об этом у нас идет речь, когда за что-то, то есть еще есть, конечно, пути такие, если бесплатно кто-то кому-то дарит, тоже переходит, делает назру, тоже переходит, делает вакуф кому-то, вакуф – это уже не собственность, он просто пользоваться может этим. Такие пути. А это купля-продажа этим самым тоже переходит, собственно, с одной руки на другие руки. Теперь скажем, вот разум, когда не бывает у кого-то, не в своем уме, когда бывает человек, он когда что-то продает, этот, значит, собственность из его руки в другие руки не переходит. Поняли же, да? Давайте подумаем над этим рукном еще раз. Человек пьяный. Пьяный человек. Он уже не в своем уме. Он продает свой дом. А тот хитрый у него и говорит, когда он говорит, пьяный человек, не в полностью своем уме, уже когда говорит, я тебе продаю дом за 100 рублей, а тот скажет, я купил, переходит. Этот дом у этого пьяного переходит. Это исключение здесь. Есть исключение. Если даже так клип на пьяного нету, есть очень много случаев в этом ильме, где проходят вот такие исключения. Например, когда человек разводится с женой, это же тоже важное дело, важный момент, да? Пьяный человек, здесь тоже разум нужен. Не действительно, когда без разума, скажем, под наркозом человек, когда говорит, что если скажет, я разложу своей женой, это не действительно, это не рассматривается, это как бы не обращает на эти слова внимания. Они уходят напрасно. А здесь тоже опять пьяный человек, когда он пьяный, даже не полностью, не в своем уме даже, скажет, вот такое у него, это набирает свою силу, это в силе. Разводится он с женой. Почему это все? Здесь теперь как раз нужно сказать, что пьяный бывает, он опьянеет, и с этим он бывает виноватым. Иногда бывает не виноватым тоже. Когда бывает пьяный человек не виноватым, он, давайте вот такое, немало бывает, у нас дуня круглый, большой, всякое случается. От жажды человек умирает, приходит домой, холодный, там то, что находит в кружке, он выпивает, и потом в конце почувствовал он, что это водка, например. Случаев бывает очень много, он опьянел от этого. Если у него станет такой из этих примеров, он разводится, не получается развод. Или же продает что-то нужное, не получается. А пьяный, который теряет свое сознание, именно и он с этим пьянством бывает виноватым, назло ему шариат поставили такие решения, хукмы, что у него вот здесь тоже он проигрывает. Это для чего? Это тоже опять сияса ислама, чтобы людей как-то заставит отказаться от всяких таких опьяняющих средств.
Еще есть из условий покупателя и продавца, вот этот, он не должен быть таким, что его насильно заставляет продавать что-то. Если кто-то кого-то заставляет насильно сказать, что он продал его дом кому-то, и этим самым и чем-то угрожает, серьезным угрожает, тогда тоже это будет уже недействительным. Если это было бы действительным, тогда бы очень много людей, у кого больше силы, они бы отбирали от других, действительно вот таким путем заставили бы их продавать себе свое имущество. Здесь тоже уже не получается. Но только есть здесь тоже исключение. Во всех делах есть исключение. Здесь какое исключение есть? Например, человек, с этим тоже мы часто сталкиваемся. Со всеми этими делами мы каждый ежедневно, можно сказать, сталкиваемся. Человек погрузился полностью, скажем, в эти долги. Он должен всем, а у него имущества не хватает на всех должников. А в таком случае что делает? То, что мы сейчас оставили из условий, которые мы сейчас здесь должны тоже заметить, вот из этих условий является то, следующее условие такое, чтобы этот покупатель или продавец, чтобы не был таким, на которого поставили запрет со стороны имама. А этот запрет как понять? Именно вот такой человек, который имеет, то есть превосходит его долги, его имущество, вот именно во время шариатского правления. И для этого даже необходимости нету такой, чтобы было шариатское правление. Вставляет ему запрет. Любое, что он продает, там продажа недействительная. Когда ему же объявляет он, как бы, это называется хаджр, как объявляет его махчуром, для него запрет, как поставляет имам, объявляет об этом, что не продавая, у него никакая купля-продажа, у него все недействительное. Чтобы таким, чтобы не было тоже. У него тоже не получается купля-продажа. Теперь вот здесь вот, что я хотел сказать. Если насильно кто-то кого-то заставляет, мы же сказали, что не получается, тоже купля-продажа недействительная. Здесь исключение какое? Со стороны имама. Вот такого человека нужно заставить продавать свое имущество и расплатиться долгами. Расплачиваться долгами. Но вот здесь вот он не хочет этого делать. А имам его заставляет. Заставляет и насильно заставляет его продавать свой, например, скажем, дом. Ну, живет человек полностью в долгах, а его должники каждый день у него у ворот, а он не хочет выйти из трехэтажных хоромы, например. Когда ему достаточно такие, как он, когда живут в одноэтажном доме. Вот такими долгами. По просьбе этих должников имам вставляет на него запрет, и вот имам может этого человека насильно заставить продать этот дом и его приютит в такой ему более подходящий дом и расплачиваться с долгами. Здесь это исключение тоже поняли. Даже из условий этих двух людей, покупателя и продавца. Теперь вот еще условие такое. Продавец, покупатель, он не должен быть слепым. Слепой, если будет, он продает что-то или покупает. Получается купля-продажа? Не получается. Здесь тоже есть опять исключение. Всегда есть исключение. Но слепой может продать то, что он, или купить он может то, что он до этого, когда он был зрячим, если он что-то видел, и этот вещь не изменился. Да, и неизменяемый такой, такая вещь, он может купить и продать. Следующий рукну у нас в купле-продаже. Мы первый рукну уже проходили, можно сказать. Продавец и покупатель, какие они должны быть. Теперь вещь, предмет, который продается и покупается. Для этого есть целых 5 условий. Предмет, который продается, в первую очередь, он должен быть чистым. Чистым каким? Теперь нужно знать, что чистое, что грязное. Для этого же нужно знать, что чистое, что грязное. У нас в шариате что чистое, что грязное? Грязное – это то, что нельзя, когда человек совершает намаз,
прикоснуться или одежде, или там на месте, где он стоит. Вот этот наджаса, что называется, мы знаем же это. Но что это такое? Ну, скажем, например, это кровь, это навоз, это еще там алкогольные напитки, только жидкие, сухие нет. Сухие, они, если даже употребление харам, но они не считаются грязными. Жидкое, всякое жидкое, опьяняющее вещество, это тоже грязное считается. И для намаза, и для продажи тоже. А? Спирт тоже получается. Спирт тоже жесту алимы. Всякое опьяняющее средство, не только хамр, не только вино, поскольку пророк Аллах сказал, «Куллу мускирин хамрун», всякое опьяняющее вещество – это хамр. Поэтому и в книгах тоже пишется, любое опьяняющее, жидкое вещество – это грязное. Поэтому получается, значит, получается, нельзя продавать. Теперь возьмем из животных любое животное, начиная с человека, кончая до, скажем, там, червей, которые находятся в туалете. Само животное – это чистое, кроме как двух вещей. Это собака и свинья. Эти две вещи в живом виде имеются в виду. А когда мертвые, если, конечно, это такое, у которого кушают мясо, это как баран, как корова, как верблюд, как бык. Эти вещи мы знаем, много таких вещей, что можно кушать, что нельзя. Вот то, что можно мясо кушать, если зарежем, как нужно, если зарежем. Как требует шариат, если зарежем, конечно. Для этого есть свои условия тоже. Это тоже после, как зарежем, это становится мертвым, чистое. Остальные все животные, когда они умирают, они грязные, за исключением трех вещей. Человек, когда умирает, тоже чистый. Рыба, когда умирает, тоже чистая. И вот это вот саранча, джарад, что называется. Ну, если даже в мертвом виде, если, ну, не зарезавши, что можно кушать? Саранча тоже опять. Ну, саранча, это мы, конечно, не та саранча, которая у нас здесь, из нее кушают что-то, не бывает, а были, наверное, такие покрупнее саранча, когда во время пророка, алейхиссалам, их времена, что дозволяли кушать тоже, если даже не резать, и умершие, вот так, мертвые, если даже они находили их. А в море животные, если даже это в форме человека, даже если будет, в форме свиньи, если даже будет, в форме собаки, если даже будет в море. А в море всякое может быть. Его можно, если даже мертвый не зарезать, кушать можно. В форме человека тоже можно кушать. Это же рыба, которая только живет в воде. Теперь вот, что предмет должен быть чистым. Грязное мы теперь поняли, даже грязное нельзя продавать. То есть, как понять, нельзя продавать? Не получается действительно, вот этот купля-продажа действительно не получается, если это грязное. А теперь, вот, например, над этим условием остановимся и подумаем. А в нашей жизни, в обществе, бывают такие примеры, сталкиваемся с такими делами, где-то что-то мы грязное продаем. Скажем, спиртные напитки продают в магазинах тоже. Продают, и где-то спорный момент, если будет кто-то не расплатился за этот спиртное. В конце, когда приходит к имаму, и он требует у него расплатиться за это купленное вино, скажем, это водку, да? Но по шариату имеет имам право заставить этого человека, покупателя, ему расплатиться за это вино? Не имеет. Почему? Потому что там не было такого, что или же с него какой-то мулк, что переходил, это вовсе не мулк даже. Грязное, и он не считает мулком. Но это понимаем. А в селах бывает такое, что люди продают друг другу навоз. Как удобрение. Поля. Вон же продают. А с этим как будет тогда? Навоз используется для этого. Вместо дров используется. Ну,
Вместо чего бы не использовалось, это же грязное. Мы же сказали, что грязное продавать. Но не так можно понять, если скажем, что нельзя. Навоз – это грязь. Грязное, ее нельзя, ну, то есть не получается купля-продажа. Недействительно. Если даже продаст, недействительно. Ну, тогда мы не говорим, что если кто-то в селе продаст свой навоз в качестве, для удобрения, например, кто-то другой не может купить у него это. Может он это сделать, но только вот этот купля-продаж там не будет. То есть хозяин тот не станет этого. Ну, так вот как бы актан пасидан, недействительной сделкой будет, за которого они, главное, если они расходились довольными друг от друга, даже согласными тогда, их просто наказывать в судный день не будут, так и это будет проходить. Такие будут некоторые вещи, где нуждаемся, да, чему? Такие моменты тоже. Но там правильно нужно понимать, сказать нельзя, на нашем языке только так как-то переводится, и ля джузу переводится так, и ля ясиху тоже, ля ясиху, тоже мы переводим так, что нельзя, да, как такой перевод в наших языках. Ну, ля ясиху это что не получается, то есть купля-продажа не получается. Ну, будет и этого результат тоже такой, что там, если действительно купля-продажа, если там будет как такой спорный исход, например, тот не согласен с чем-то, например, с навозом или чем-то, а он не хозяин этого, они не стали, не обменялись своими мулками, получается, их можно развестись, навоз забирает тот, а свои деньги тот забирает. И все, вот результат этого. То, что не получается бая. Когда получается купля-продажа, там же этого выхода мы не можем найти никогда. И имам тоже не может найти. Если там эта купля-продажа действительно получилась, тогда тот становится же маликом, тот становится хозяином этого предмета. Никак этот продавец не может обратно ее вытребовать у него. Не может же. Он, если тот не захочет. А здесь он может его забирать свою. Почему? Потому что там эта собственность не перешел. Эта сделка не получилась. Так, вот такие вопросы там возникают. Есть еще всегда, о чем не говори, как говорят, есть правила, есть исключения. Всегда исключения для нас находим. Вот, например, будет такое, в селах могут такие быть, когда кирпичи штампуют, там что-то грязное, там из навоза что-то там. Или что-то другое грязное. Кирпичи получились грязными. Дом из грязных кирпичей построили. Можно этот дом продавать или нет? Грязное же. Это нечистое, значит. Раз мы сказали, что грязное продавать, купля-продажа не получается, вот это тоже попадает в исключение. Можно, потому что люди без этого не обходятся. Это большая трудность для людей было бы, если вот этого не разрешить. Тут же попадает в исключение. Ну, такие исключения всегда. Но у вас могло возникнуть такой вопрос, потому что если грязное нельзя, вот этот вопрос вы могли задавать даже, что если такой будет дом, что тогда? Вот ответ для этого, что здесь исключение. Давайте вот, если осталось 10 минут. Давайте здесь тогда... Я-то думал, что сегодня, ну, у нас время заняло, то, что мы немного проповедь. В следующем уроке, иншаллах, может, у нас будет возможность больше говорить, больше на объяснение, касающихся именно нашей темы. Я думал, эти арканы в эту ночь закончу, перейду в следующий урок на другой. Но мы здесь остановимся, на втором рукне остановимся. Второй рукн у нас, мы... говорили о покупателе и о продавце, даже об их условиях говорили. Сейчас мы дошли до предмета, который продается. Каким он должен быть, этот предмет, чтобы получилась действительная купля-продажа, через которого переходит собственность из руки в другие руки. Саллиллаху аля сайдина Мухаммаду аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.